Мы получили неподтвержденные сведения о происшествии в Саутленд-парке. Сотни родственников погибших собрались у ворот. По меньшей мере 30 человек погибли, ранены около сотни. Полиция не пускает журналистов к месту трагедии. Минуло 5 лет со дня трагедии, закрывшей ворота Саутленд-парка, однако всплыли новые факты о проверке состояния аттракционов незадолго до инцидента. Команда юристов «Орлы в законе», защищающая в суде владельца Саутленд-парка Джозефа Клэренса по прозвищу «Король свинга», потребовала исключить из дела часть свидетельских показаний. На 7-ю годовщину трагедии в Саутленд-парке состоялось очередное слушание дела Джозефа Клэренса. Вердикт невиновен. Несмотря на оправдательный приговор, огромные счета от адвокатов вынудили его признать себя банкротом. В это же время родственники погибших заявили о намерении подать апелляцию. Дорогой, идем пить чай. Сидя вот так в темноте, ты его не вернешь. Я хотел бы сделать заказ. На этом уровне вы получите все навыки, необходимые для эффективного выполнения предстоящих заданий. Меню действий находится в левом верхнем углу экрана. Там появляются клавиши всех действий, доступных вам в настоящий момент. Полоски в нижнем левом углу экрана слева направо отвечают за здоровье и уровень напряженности. Значок в правом нижнем углу экрана отображает выбранный предмет и количество патронов. Компас находится в правом верхнем углу экрана. Отображаемые в верхней части экрана заголовки подсказывают вам, что делать дальше. Восклицательный знак появляется каждый раз, когда для вас есть новые сведения. Вы можете в любой момент нажать клавишу инструктажа, чтобы открыть меню информации. Используйте клавиши движения, чтобы передвигаться, и мышь, чтобы управлять камерой. Чтобы бежать, нажмите клавишу «Бежать» во время движения. Чтобы красться, нажмите клавишу «Красться» во время движения. Добро пожаловать в штаты 47-й. Это задание будет прямолинейным. Вам необходимо проникнуть в заброшенный парк развлечений, найти и убрать его владельца. Ваша цель – Джозеф Клэренс по кличке Король Свинга. Несчастный случай, произошедший в парке несколько лет назад, вынудил его закрыть это место. Наш клиент попросил, чтобы фотография, которая сейчас находится у вас, стала последним, что увидит цель. Мистер Клэренс ведет бизнес с наркодельцами, так что в парке наверняка еще есть развлечения. Приятного отдыха, 47-й. Чего уставился, беложопый? Я к Джозефу Клэренсу. Не слыхал о таком? Король свинга. А, к этому тупому недоноску. Как тебя звать-то? Имя для друзей, поэтому у меня его нет. О!
Чтобы войти в меню инвентаря, нажмите и удерживайте клавишу инвентаря. Чтобы выбрать предмет, укажите его, листая список предметов влево или вправо. Чтобы выйти из инвентаря и взять указанный предмет в руки, отпустите клавишу инвентаря. Послать его к черту. Ты кто? Наш беложопый коп или кто? Черт, сюда нужно точно звать парней поумнее. Да, да. Он, наверное, пока. Эй, стой!
Стоять! Эй, стой! Что за фигня? Надо проверить. Все в норме. Тут вроде ничего нет. Да ты просто не видишь. Да, пофиг. Чтобы в конце остался только страх перед Богом в сердце. Клянусь Богом, я просто адвокат. Не буду врать, тебе будет больно. Но ты должен чувствовать глубже, ублюдок. Ты должен приступить все это дерьмо и пустить огонь в свою душу. Ибо только пламя освободит тебя. В моем чемодане лежат бумаги. Джексон, это все бредная муть. Мне плевать на нее. Я занимаюсь божьим промыслом, козел. И у твоей души нет никаких срам. На помощь! Помогите! Помогите! На помощь! Помогите! Помогите! На помощь!
помощь! Помогите! Помогите! На помощь! На 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 помощь! Помогите! Помогите! На помощь! Помогите! Помогите! На помощь! На помощь! Как только разведем ублюдка на бабки, помогите! Я делаю ноги! На помощь! Открой свой долбанный ресторан, век воли не видать! На помощь! Помогите! Помогите! На помощь! Ради бога, что тут произошло? Thank you.
Стой! Проверка! Все в норме! Я могу достать деньги, родная. Они все равно и так, считай, мои. Мистер Спук все уладит. Мы откроем парк, и все будет как прежде. Нет-нет, еще всего пару дней. Поверь мне. Солнышко, не говори так. Мистер Спук вернет деньги. Он человек надежный. Я не буду это подписывать, я не буду. Дай мне всего лишь один шанс, я клянусь. Зайка? Милая? Алло? Сплошное дерьмо. Что за... Долбанный лифт не пашет. Черт, кто бы починил это дерьмо? Что за ним? Долбанный лифт не пашет. Черт, кто бы починил это дерьмо? Сплошное дерьмо. Что за... Долбанный лифт не пашет. Черт, кто бы починил это дерьмо? Что за... Долбанный лифт не пашет. Черт, кто бы починил это дерьмо? Стоять! Эй, стой!
сделал. Хватит придуриваться, врубайте свет. Чем дольше ссышь, тем дольше кончаешь! Тащи сюда свою жопу, нигер! Гони бабки на бочку! Это, знаешь, уже много времени прошло, Скуп. И я хотел бы узнать, как-то у нас движется дело с деньгами. Да ну? Да, дело-то какое. Если помнишь, мы договорились на короткое время о том, что ты заплатишь наличкой. И это... Я знаю, как сильно тебя сейчас, наверное, давят. Но мы уже договорились, я думал, что ты, может... Просто отдашь ту сумму, на которой мы условились. Хотя ты сидишь тут... Блин, вдвое дольше, чем мы договорились. Но ты можешь заплатить изначальную сумму и съехать. Не прямо сейчас, конечно, просто, чтоб ты знал. Я был бы рад этому.
Нет. Отлично выглядишь, сучка. Что у тебя там под одеждой? Почти ничего. О да, такой красивый шлейф, как ты, не нужна понтовая упаковка. Угадал? Смотря кто будет меня разворачивать. Слушай, девочка, я распакую твою упругую попку быстрее, чем ты скажешь, что за красавчик развязал мои ленточки. Уверен,
что ты мог. Это дядя Джо. Лучше уходи на свое место. Это неправда, ты же знаешь. А ты еще кто такой? Как ты сюда попал? Кэролайн! Мой клиент нанял меня показать вам эту фотографию. Я вас не понимаю. Мой клиент желает, чтобы это была последняя вещь, которую вы увидите. Мистер Кларенс, прошу вас, взгляните на фотографию. Нет, пожалуйста. Разве я мало страдал? По-вашему, я не знаю, сколько страданий я причинил. Я не могу спать. Я не спал уже. Это чувство вины. Мне так жаль. Thank you.
сучка. Ты же знаешь, что любит скуп. Давай, сучка. Ты же знаешь, что любит скуп. Скуп, у нас какой-то козел проскользнул под носом у Джейзи. Ты же знаешь, что я таких гостей не люблю. Скуп, я сначала думал пришить его, но потом вспомнил, как ты говорил, что нельзя дергаться. Но я так и сделал, и этот беложопый ушел. Ясно. Значит, ты считаешь, что проблема в моем приказе? Не, Скуп, я такое не говорил. Хотел бы я преподать тебе урок по личной ответственности, Джей. Но поскольку тут где-то бродит чужак, у меня мало времени. Боюсь, придется научить тебя ответственности.